Мне нужен пончик-релаксончик. Доброе утро, мир пончиков. Просто добавим кипятка. И подождем. Вот оно, идеальное творение человечества. Какой аксессуар самый лучший? Конечно же, пончик. Приветик. А это моя семья, владельцы магазина пончиков. Привет, милый охранник. Вот твой заказ. Следующий. Нам два пончика, пожалуйста. Одну минутку. Вот ваши пончики. Что? Нет. Что? Круг, это не наш заказ. Вот, видишь? А, да, я поняла. Одну минуту. Прошу, индивидуальный подход к каждому клиенту. Отлично, спасибо. Эй, охранники, вы чего расселись? Ваша смена уже началась. Марш на работу. А пончики я заберу с собой. О, кроссовки моей мечты. Когда-нибудь мы встретимся с вами, если я соберу чаевые. Детка, съешь пончик и не грусти. Какой красавец! Это просто король пончиков. А это еще кто? Добрый день. Прошу ознакомиться. Ваш долг банку составляет очень много денег. И вы должны выплатить его до конца месяца. Время идет. Удачи. О, какое горе! Святой пончик, мы разорены! Мам, пап, что случилось? Наш долг банку длиннее, чем последняя часть Гарри Поттера. Мы никогда его не выплатим. Видел бы это наш основатель, наш родоначальник, великий Алексио де ля Гюсто, изобретатель пончиков. О, мой идеальный королевский блинчик готов. Я сочинял этот рецепт всю жизнь. Фу, наглая муха, зачем ты опять портишь мне жизнь? Тебе не достанется королевский десерт. И не мечтай, я объявляю на тебя охоту. Да, попалась. Мой десерт ранен прямо в сердце. Теперь там дырка внутри. О, нет, король. Что это, мой королевский повар? Ты придумал новый десерт для меня? Браво. Я назову это пончик. Нам придется продать наш семейный бизнес. Нет, ни за что. Я спасу нашу пончиковую династию. 70, 80, 90. Уже неплохо. Физкульт, привет. С вами все в порядке? Я готовлюсь к марафону. Я проголодался. У вас есть еда? У нас есть самый вкусный пончик в мире. Нет, нет, нет. Здесь жиры и углеводы. Мне нужна спортивная еда для моих мышц. Конечно же. Наше специальное предложение дня. Фитнес-пончик. Вот ваша порция. Свежий фитнес-пончик. Отлично. Это то, что мне нужно. Качай мышцы, жуй пончик. А кто будет платить? Какая сладкая тренировка. Смотри, можно тренировать мышцы челюсти прямо на бегу. Пожелай мне победы на марафоне. Эй, а как же деньги? Оу, бедный скейтер. Это было больно. Ты в порядке? Я помогу тебе. И я помогу починить твой скейт. Что? Папочка, ты сможешь приготовить новые колеса? Колеса-пончики из лучшего теста с вишневым джемом. О, да! Это будут самые круглые и быстрые пончики во вселенной. Отправляем пончиковый скейт в духовку. Подождем. Готово! Папочка, ты просто гений! Это мой лучший проект. Пончики – универсальный продукт. Всегда рад помочь, детка.
Нельзя кататься на скейте по коридору колледжа, Колин. Это опасно. Приветик, новые колеса для твоего скейта готовы. Моя прелесть. Спасибо, Пайпер. С тебя 100 баксов за ремонт. Конечно. Ну, я поехал. Пайпер, привет. Я завоюю сердце, Пайпер. Мечтай дальше, приятель. Пайпер, я приготовил кое-что для тебя. Святой пончик, что он делает? Смотри, я сгрыз для тебя валентинку. О, как это мило и странно. Пайпер, смотри, что приготовил для тебя я. Старые жвачки, фу. Этот Дэйв все мне портит. И последняя жвачка для тебя. Вот моя пожеванная валентинка, Пайпер. Секундочку. Мне пришла в голову гениальная идея. Кто сможет закинуть пончик на полку, получит мой поцелуй. Вы готовы рискнуть? Мы готовы. Покупаем пончик. Прекрасно. Берите ваши пончики и удачи. Пусть победит сильнейший. Дайте прицелиться. Я рассчитаю диаметр пончика и высоту палочки. Мимо. Еще одна попытка, парни. Прошу. В этот раз мне повезет. Да, я выиграл. И я выиграл. Ты должна нам поцелуй, Пайпер. Прошу прощения. Упс, профессор, вы не так поняли. Прекрасная сделка. Дорогая, ты знаешь, как я тебя люблю? И пришло время задать тебе главный вопрос. Одну минутку. Где же оно? Я точно помню, что брал его с собой. Похоже, этому невезучему жениху нужна помощь. Нужно всего лишь сдуть пончик. И кольцо готово. Держи, приятель. Спасибо большое. Дорогая, ты выйдешь за меня. Какое красивое кольцо. Конечно, я согласна. О, пончик соединил сердца. Вместо того, чтобы сидеть на уроке, я бы лучше продавала пончики. Спасибо, приходите к нам еще. О, привет, малышка. Какой пончик ты хочешь? Этот или этот? Я не знаю. Подожди, у меня есть специальный подбиратор пончиков. Держи. Вот идеальный пончик для тебя. Спасибо. Это именно то, что я хотела. Пока. Пайпер, хватит витать в пончиках. Смотри на доску. Кто может решить это уравнение? Точно не я. Твое решение неверно. Это плохая оценка. Кто будет отвечать следующим? Пусть решит Кола. И она выбирает тебя. Нет, я не знаю ответ. Это плохо. Эй, моя ручка. Ну же, пиши. Почему ты отказываешься ставить плохую оценку, предательница? Это не поможет. Господин профессор, я знаю, как вам помочь. Вишневый пончик решит все проблемы. Ну, хорошо, держи. О, мой любимый вкус и мой любимый цвет. Красный джем ставит оценку даже лучше, чем красная ручка. Ну, спасибо тебе, Пайпер. Встретимся сегодня. Наконец-то. Мой краш позвал меня на свидание. Я иду к тебе, моя любовь. Уже готова. О, нет. Он просто ошибся номером. Я этого не вынесу. Какой грустный день. Фу, какой соленый. Это что, начинка из слез? 10, 30. Еще твоя двадцатка. И 40 центов мелочью. У нас не хватает денег расплатиться с банком. День Х настал. Платите ваши денежки. Это все, что у нас есть. Я помогу своей семье. Господин банкир, вот все деньги, мы выплачиваем долг. Я собирала эти деньги на кроссовки, но наш семейный пончик важнее обуви. Порядок, здесь хватает. Да? Ура! Мы спасены!
Вы закрыли все свои долги, а напоследок я хочу купить ваш пончик. Пожалуйста, приятного аппетита! Yes! Да здравствует пончик! Извините, идеальные кроссовки. Придется вам подождать. Дорогой, посмотри на Пайпер. Мы ей должны. Я придумал. Это тебе, детка, ты заслужила. Что там? Неужели? О, да! Мои идеальные кроссовки! Спасибо! Ты наше лучшее вложение. Я так счастлива! Идеальные кроссовки, наконец-то мы вместе!